55 лет в эфире, мы работаем для вас. Сегодня Красноярская государственная телерадиокомпания отмечает юбилей. Одним из первых нас поздравил председатель краевого правительства Виктор Томенко. Он вручил награды нашим сотрудникам, в том числе благодарственное письмо от имени губернатора получил оператор «Вести Красноярск» Сергей Бондарев. Церемония награждения получилась демократичной. Глава правительства впервые приехал к нам на студию. Увидел ньюсрум, монтажные комнаты, центральную аппаратную, откуда на весь край транслируется эфир телеканала «Россия». Встречаемся все время на бегу, и некогда иногда подробно поговорить об успехах и достижениях. И самое главное, часто нет возможности просто сказать огромное спасибо и слова благодарности за ту работу, по-настоящему и тяжелую, и по-настоящему и ответственную, и очень нужную, которую вы делаете. Я этой возможностью сегодня пользуюсь.